Тонированная черная классика и технологическое совершенство. Все это EOE FG 566 RBG MT. Цельнометаллические ручки, несущие в себе эстетическую и практическую значимость. Итак, рустикальный формат исполнения в бронзовом стиле. В лицевой части блока управления используется жаропрочное стекло, не окраска, что поднимает данный вид исполнения на качественно новый уровень. Дверцы с двойным стеклом и системой холодный фронт, который является логическим продолжением тангенциального охлаждения. Тангенциальное охлаждение – это специальная система, которая позволяет рециркулировать воздух, тем самым сохраняет жар внутри камеры и не выводит его за пределы духового шкафа. Пару слов о камере. Все просто, элегантно, практично и продумано с инженерной точки зрения и прежде всего кулинарной. Итак, 5 уровней хромированных направляющих для противня и решетки. Решетка также хромированная, хромированный прихват и глубокий противень. Внутренняя часть камеры покрыта эмалью легкой очистки, не позволяющей жиру скапливаться на ее стенках. Ну а теперь от технической части переходим к практической, пользовательской. Прежде всего, стоит обратить внимание на управление. Оно механическое. Левая рукоять отвечает за установку температуры до 250 градусов. Центральная за таймер до 120 минут. И правая ручка за выбор одной из 7 функций. Это подсветка. Работа двух нагревательных элементов с конвектором. Верхний и нижний нагревательный элемент традиционные. Нижний нагрев. Нижний нагрев с конвекцией для длительного пропекания и равномерного распределения тепла. И функция большого и малого гриля. Для пользователя предусмотрены легкие подсказки на внутренней стороне дверцы, какой режим сочетать с какими блюдами. Класс энергоэффективности А, а объем 56 литров, что говорит о высокой энергоэффективности серии моделей 566. Помимо практичности, продуманности и эстетики, обратите внимание на грамотное сочетание духового шкафа и микроволновой печи серии JBMO-25GRBG. Классика на века остается в тренде, а черный всегда придаст особый стиль вашей кухонной технике. Манфилд, мы знаем о стиле все.